Так, добрый вечер, уважаемые коллекционеры. Начинаем брейк. Так, время у нас 10 часов почти. А может побольше, что-то не на 10, побольше. Ну, много сообщений. Так, 35. 12, 11, да? Так, так. Так, 20-36, 22-36. Так, коробка вот она. Ой, немножко неудобно, что-то я тут расположился. Веду трансляцию из бани. Нашел самое тихое место. Так, блок вот он, запечатанный. Ну, желаю всем удачи. Будет два видео, потому что пакетов много. И чтобы не обрывалось. Так, вот пакеты. Так, блок пустой. Так, ну, поехали. Так, очень неудобно, конечно, сижу. Я бы не сказал, что они не склеены. Так, приступим. Уильямс, Каролина. Далее Конклин, Эдмонтон. Да ё-моё. Так, Эдмонтон. Орбитайл, Лос-Анджелес. Еще попробую пониже, может, сделать. Слушай, это как-то высоковато. Так, параллельная карта у нас. Дейкер, Сент-Луис. Красный. Далее Салливан, Нэшвилл, Неги, Феникс и Маккэп, Торонто. Так, Саварт. Атланта. Далее. Марти Турка. Даллас. Йокинен. Флорида. Так, параллельная карта у нас не номерная. Для Питтсбурга. Крафт. Далее. Саку Коеву. Монреаль. Так, здесь у нас типа Петтингер. Вашингтон или Кавалье Тампа. Ничего, так, а что у нас тут интересно уже есть? Давайте позже. Макхерон, Атланта, Фосберг, Колорадо, что-то плохо они как-то, выборные, Коламбус, ой, ё-моё,
Да, вот так вот. Да не, ну обстановка, ладно уж, что ж делать. И здесь у нас первая джерси. Эд Бельфур, Торонто. Карта номерная, 46 из 85. Не получилось хитануть. Так, здесь Арнольд, Даллас и Черкасски Айлендерс. Тут нормальный пакет. Чего нет там такого-то занимательного? Так, Кнобл, Бостон, Дрейпер, Детройт, Вейс, Флорида. Параллель у нас Ласканин, Миннесота. 71 из 250. Далее Райдер, Монреаль, Куниц, Анахайм и Стилман, Тампа. Это, конечно, тяжело. Так, тоже попозже. Так, Варбата, Каролина, Шенахан, Детройт, Клет, наверное, так, Лос-Анджелес. Далее параллель у нас красная Димитра, Сент-Луис, обыкновенная, Хартнелл, Нэшвилл, Мара, Феникс и Нолан, Торонто. Так, здесь у нас Берард, Чикаго. Далее Афиногенов, даю. Баффало, Жидлицки, да что такое, Нэшвилл. Так, параллель синяя, тоже Жидлицки, но номерной, 215 из 250. Давайте пока их, может, подставим на время. Так, далее подсерия, не помню, как она называется-то, для Рейнджерс, Яромир Ягр. Да, сейчас не вспомню как. Ну, что такая карта. Далее Миронов, Рейнджерс. Так, Обин, Питтсбург. И Молвин. Наверное, так. Новичок, кстати. Вот у нас эмблема новичка. Вот я забыл тут про это. С этой эмблемой, по-моему, новички они идут. Коламбус. Неудобно. Черт. Так, Тому Руту, Чикаго. Далее Хейт, Баффало. Гомес, Девилс.
Крис Пронгер, параллельный красный, но не номерной, Сент-Луис. Далее идет Хара, Оттава. Далее идет Лемье, Питтсбург. И Гребешков, новичок. Десять минут, а мы что-то толком и не продвинулись. Давайте все подряд. Скоула, Анахайм, Нэш, Коламбус, Мароу, наверное, так, Эдмонтон. Параллель красная у нас Моррисон, Ванкувер. Так, Бурнс, Миннесота. Несланд, Ванкувер. И Марлоу, Сан-Хосе. Так, здесь у нас резная карта из роялей. С руками-то прям непонятно. Так, Робитайл, Атланта, Герин, Баффало, ой, Баффало, Даллас, Боумистер, Флорида, двойная у нас карта, это у нас Канада и Финляндия, Селяне и Полкорея, Колорадо. Так, далее у нас Куба, Миннесота. Да что? Так, Халперн, Вашингтон. И Андрейчук. И то Стамба. Мне вторую часть надо снимать как-то в низких условиях. Так, что-то неудобно очень. Так, Васичек, Каролина, Линдстрем, Детройт, здесь у нас Хайт, Лос-Анджелес, параллель красная, это у нас Оулет, Вашингтон, далее Хал, Адам, Нэшвилл. Ланскоу. Ну да. Это у нас Феникс и Джонни Виндайк, Торонто. Так, Милан Гейдук, Колорадо. Донован, Калгари. Аукон, Айлендерс. Так, здесь у нас подсерия All-Star Pacific. Это у нас Роберт Ланг для Детройта. Далее Смолинский, Оттава. Даллас Дрейк, Сент-Луис и Филман, что ли? Филман, да, Дэвилс. Так, здесь Танго и Колорадо, Ломбарди, Калгари, Кваша, Айлендерс, параллель, Таккер, Торонто, далее Гагне, Филадельфия, Райнкрофт, Сент-Луис
и Штудзел, новичок. Я что-то пропускаю, но я потом в обзоре покажу новичков всех. Так. Так, Арнсон, Чикаго. Далее Торнтон, Бостон. Валкер, Нэшвилл. Параллель, параллель, подсерия Global Collection. Это у нас, значит, Чехи и Словаки, наверное. Хавлет и Хоса. Оттава. Так, Марк Месье, Рейнджерс. Таф, Феникс. И Фридж. Наверное, так, Фридж. Новичок, Коламбус. Блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тебе новый ноу-хау. Так, здесь у нас Касл Коламбус. Далее Рейнперт Калгари. Перриш Айлендерс. Мара Феникс, параллель красная. Далее Ханзус Филадельфия. Ткачук Сент-Луис. И Балей, наверное, так, Рейнджерс, новичок. Так, сколько у нас там еще? Давайте еще пару пакетов, наверное. И вот эти, которые открыты, добьем. Потом тогда я уж поменяю, как говорится, позицию. А то очень уж вообще просто катастрофично, неудобно. Так, Маклайн, Чикаго. Дюмонт, Баффало. Далее Джонта Дэвилс. Параллель у нас Куниц красный, Анахайм. Далее Бондра Оттава. Крафт Питтсбург. И Крайчик, наверное, так, Флорида. Так, ну давайте вот эти тогда добьем. Так, здесь у нас Жигер Анахайм. Сиан Хилл, Каролина, Главыч, Рейнджерс. Так, Крис Челиус, подсерия Детройта, для Детройта. Далее Джерри Мирьоник, Филадельфия. Тодд Бертуцци, Ванкувер. И опять новичок у нас, Турден, наверное. Роман. Ну, наверное, так, номер 300. Вот так, следующий, что мы доставали. Так, здесь у нас Глен Мюррей, Бостон. Далее Брэд Халл, Детройт. Армстронг, Лос-Анджелес. Так, подсерия Крейс, Монреаль. Жозе Теодор. Далее Соурей, Монреаль. Так, Лехтонен, Оттава. И Эд Бельфур, Торонто. Ну, этот пакет у нас с срезанной картой. Так, Альфредсон, Оттава. Куба, Миннесота. Долан, Феникс.
И здесь у нас Сан-Хосе, Джонатан Чичу. Вот такая карта. Сан-Хосе. Так, ну и Уит. Это у нас Вашингтон. Далее Маклей Сан-Хосе. И Модин Тампа. Все, на этом первую часть заканчиваем. Сейчас сделаем вторую.